Короче, пацаны, стреляем кралом. Значит, PCP крал у нас новейшая модель 2015 года. И он нам дал 278 метров в секунду, да. Стреляем пульками GSB 0,67 грамма. Значит, винтовка, я еще раз отмечусь, очень классная винтовочка. Повторяемость у него очень классная. Очень классная повторяемость. Плюс-минус 5 метров в секунду. Значит, выстрелили где-то... Сколько, Григорий, сколько выстрелов сделали? 3. 70, а, не, я имею в виду час? Перед этим, да, перед этим. 60. Да, значит, 60 выстрелов сделали, ну, 68 грамма ЦП Кроссман. И, ну, плюс-минус 5 метров в секунду показало. Ну, очень хороший показатель, я вам скажу. И еще, это ружье без редуктора, повторюсь. Вот, посмотрите, вот. Значит, ружье Air Arms Крал, Крал, очень хорошая винтовочка, Ballpup, Ballpup, Ballpup. Значит, да, ну Bullpup, Ballpup, Bulldog, Bulldog там, такса, какая разница. Значит, вот, 279 метров в секунду, 0,67 грамма, но... Мы сейчас разгон убавили, конечно, а то 0,67 он пусть где-то 340 метров в секунду даст. Разгон убавили. Вот, посмотрите, пожалуйста, повторяемость какая. 279, значит, дуплет. Дуплет. Вот, вот и все. Значит, что? Значит, что? Винтовка. Очень классная винтовочка. На группу, сейчас посмотрим и дадим. Значит, третий выстрел, то же самое, 279. Значит, третий выстрел, третий выстрел, 279 метров в секунду. Четвертый выстрел, смотрим. Четвертый выстрел. Четвертый выстрел и ждем. Повторяемость винтовочки Крал Армс. А, шестой, вернее. Шестой выстрел, да. Крал Армс 2015 года выпуск. На грузинском рынке уже появился. Потому что у нас Турция поближе, чем у вас. Вот ас. И мы с ней дружим. Ну а куда деваться? Вам не сбил. Ой, бля, я хуею. Первым делом, самолеты. Конечно. Как раз я горчал могу, да? Эрти. Эрти, я как диплома чал могу. Да, да. Эк модели. Эк модели эрти ки. Эрти чал могу, да, как раз. Давай, выстрел, давай. Аркина, ты смотрел себе. Ахла, ахла. Ахара пишешь, я рыли их лайга. Где дублит? Вот, вот. Какой выстрел? Шестой. Выстрел шестой. И все время 279 метров в секунду. Крал Армс. Давай подождем седьмого выстрела и посмотрим на хрон. 277. Значит, 2 метра. Ну, почти ничего. Ну, все. Ребята, большое спасибо за внимание. И все. Привет всем.